Так, я продолжаю бегать в финал Фэнтези 15. Возможно, она перестанет кидать, я все-таки смогу ее пройти нормально. Буду надеяться на лучшее. Сейчас.
Ура! Вам помочь? Вы не заблудились? Вас проводить в убежище? Нет. Поспите перед завтрашним днем. Доброе утро, парни! Тебе не кажется... Так, надо сохранить. Это странновато, тут ведь все время ночь. Да, пожалуй. По-моему, неплохо. Не могу поверить, что как только мы уехали, тут все было уничтожено. В тот же день. Хорошо, что Луна Фрея сумела выбраться из этого кошмара. В тот день мой отец отослал ее. И я не допущу, чтобы все эти жертвы оказались напрасны. Сколько тут еще беготни вообще, блядь. Let's go.
не нравится мне этот глюк. Человек кует оружие против богов. Омегу. Оружие не способно сострадать, только разрушать. По легенде, подобное устройство было создано древней цивилизацией. И я раньше не верил. Оружие немыслимой мощи. Мудрый держится от него подальше, дабы не погибнуть. Посмотрим, на что он способен. Нам его убить надо? Уровень 119? Это чё, блядь? Чтобы я упустил такой шанс. Готов? Хорошо. В этом здании находится арсенал имперцев. Тогда это важная тактическая цель. И какой у нас план? Войдем через главные ворота. Проще не бывает. А вот это дело. Все вместе! Блядь.
Так-то! Задание выполнено. Это да. Пойду на разведку к следующему объекту. До встречи. Точно. Тут и поспать можно. Это не... Безусловно, стоит запомнить. Уже удалось встретиться с Глефой. Человек — это неразговорчивый, но боевой опыт. Так, ладно.
сохраню. Как будешь готов, начнем. Ну что же, пошли, парни. А то почему не мог попасть. Отлично. Мы добрались незаметно. Идемте, Ваше Величество. Мы перебьем их незаметно. Ладно. А если нас все-таки заметят? Будем драться изо всех сил. Мы еще на шаг ближе к выполнению задания. Не спускай глаз с цели. Если так пойдет, мы быстро справимся. Отличная работа. А как я действовал? Успешно? Гораздо лучше, чем я предполагал. 4 из 5, когда 5 из 5. Еще один готов. И еще один остался. Сейчас в базе будет абзац. База находится где-то там, вверху, да? Сохранить.
король, да? Это не беда. Смотрите по сторонам. Мы тут хорошо сработались. Идеально. Вот это была такая классная команда. Пробка. Я потрясу. Сохраняться через каждый шаг, потому что вот мне игровый уровень 86, да, часов, блять, а так намного больше, там 90, может уже 100, потому что игра неоднократно выкидывала, и некоторые миссии по несколько раз, блять, прохожу. Некоторые локации, потому что вот я играю, нету в сохранении, игра хуяк выкинул. Нет, блять. Здесь демоны. Вот и три. Давай, Промпта! Я справлюсь! А, вот. Кончено.
Промпта! Сохранюсь, потому что что-то мне плохое предчувствие. Успел забыть это название. Какая ностальгия. Здесь торчать нет смысла. Согласен. Надо определиться с тактикой. Как вам будет угодно. Ты выкинул, да? Замечательно. Не зря я сохранился. Сука. Это сложное задание. Я попросил Глеф нам помочь. Как только они закончат свою работу, это будет сигналом для тебя. Понял. Начинаем? Тогда выходим.
Сначала Глефы временно отключат систему безопасности, а затем вы, парни, уничтожите врага. А что будет, если время закончится? Хороший вопрос. Система снова заработает, задание будет провалено. Чем быстрее будем действовать, тем лучше. Точно. Не тормози! Будь начеку! Скорее, мы еще не закончили. Идем дальше. Скорее, мы еще не закончили. Отлично, парни. Да, круто мы. Ну, с базами мы разобрались. Думаешь, что Глефы теперь и сами справятся? С форой, которую ты им дал? Еще бы. А когда они закончат, Инсомния снова станет нашей. Делаем все с ними по-быстрому.
получишь по полной! Я потрясу! Приди! Когда это закончится, тогда и помечтаю. Согласен. Сделаю пару снимков, пока есть шанс. Я думал, это будет сложнее. Что? Ты меня пристреляешь. Не зря ты тренировался. Тренируйся дальше. Осталось совсем чуть-чуть. Держитесь! Пошли! Ага. Я уже успел забыть это название. Какая ностальгия. Вперед. Ага. Благодаря вам мы уже почти очистили Инсомнию от имперцев. С отдельными дезертирами мы и сами справимся. Спасибо вам. Парни, благодаря вам мы уже почти... Спасибо.
Мы тут хорошо сработали. Идеально. Покажем им, что такое классная команда. У нас маловато шансов. Сила истинного короля королей. Великолепно. Давайте спустимся под землю. Точно. Thank you.
Тут все обветшало, но почти не изменилось. Мало что изменилось. И это очень удобно. Когда-то здесь было много людей. Надо, чтобы они сюда вернулись. Судя по карте, мы уже на месте. Тогда приступим к делу. Картинка обрезана. Картинка обрезана. Картинка обрезана. Картинка обрезана.
Картинка обрезана. Картинка обрезана. Неплохо. Как думаете, каким был король-основатель? Полагаю, это был уникальный человек. Иначе бы Кристалл не избрал его своим защитником. Первым в роду. Только представь себе, на этом троне мог сидеть Арден. Родственник он мне или нет, мне плевать. Это не помешает мне его убить. Она сказала, нас будет ждать Глефа. Кажется, мы где-то встречались. Я тоже что-то смутно припоминаю. А он всегда был такой неразговорчивый? Не уверен. Но сейчас это не важно. Лучше займемся делом. Это оно? Кажется, мы собрали все, что тут было.
Кажется, мы собрали все, что тут было. Так-то! Нашел.